Каждый год 1 сентября эпидемиологи Полевского считают открытым сезон заболеваний ОРВИ. Ничего не поменялось и нынешним сентябрем. Каждую неделю число заболевших прирастает, коридоры городских поликлиник не пустеют, а наоборот заполняются. Статисты не дремлют. За 3 недели за врачебной помощью к докторам обратились 310 взрослых, а детей заболело 816. Все случаи ОРВИ. Гриппа пока не зарегистрирована. По сравнению с тем же периодом прошлого года, это еще не всплеск. И мы болеем значительно меньше, чем в других городах области. Если не хотите заболеть, медики призывают пройти вакцинацию, которая считается одним из самых действенных методов защиты. Сентябрь и октябрь – самое время для прививки. Иммунитет у нас формируется в течение 2-4 недель, как раз к тому времени, когда ожидается подъем, то есть это ноябрь, декабрь, январь месяц, иммунитет будет на самом пике своего развития. Вот. Вакцина в город поступила, то есть вакцинальные мероприятия проводятся, детей прививают в организованных коллективах, организованные коллективы, насколько это возможно, мы приглашаем в поликлиники для постановки вакцин. Так что, пожалуйста, не упускайте время, это основное мероприятие. Медики напоминают, что ЗОЖ – здоровый образ жизни, правильное питание, свежий воздух, проветривание, чистые руки и своевременная влажная уборка могут существенно повлиять на качество самочувствия. А еще важно помнить о защите. Медицинская маска обязательна, если вы идете в любой коллектив. Здоровы, она защитит вас от больных. Больны – сохраните здоровье окружающих. Маска сделана так, чтобы закрыть нос, щеки, рот, часть подбородка. То есть не надо ее носить под подбородком, не надо открывать нос, что вам неудобно дышать. Тем самым вы снижаете эффективность масочной защиты. Кроме того, когда вы ее снимаете, не надо хвататься за ту часть, через которую вы дышали, снимаете за завязочки, ее выбрасываете. Мойте руки после того, как пришли с улицы. Если нет возможности, воспользуйтесь антисептическим гелем или спиртовыми салфетками. Ноги должны быть сухими, голова в тепле, а шея прикрыта. Оксана Живоронкина, Константин Миронов, о новости 11 канала.